знаменитый винный путь Западного Кейпа начинается с города Стелленбош и проходит среди долин сказочной красоты, покрытых зеленью виноградников, вековых дубов и пушистых капских сосен. Город начал свою историю с 1679 года как второе европейское поселение в ЮАР после Кейптауна. Архитектура Стелленбош неповторима. В африканские традиции ненавязчиво вплетаются следы викторианской эпохи. Здесь найдется немало зданий как в капско-голландском, так и в викторианском стилях. Гостеприимный город утопает в зелени садов и бесчисленных виноградников. 3,5 века назад сюда прибыли французские гугеноты и посадили первую виноградную лозу в Южной Африке. Они быстро осознали, что сочетание свойств климата и почвы делают этот регион идеальным для разведения винограда. Южноафриканские вина известны с 1679 года, с момента основания города, ставшего центром южноафриканского виноделия. Именно в долине Стелленбош прижилась завезенная сюда из Европы виноградная лоза. В Стелленбош расположен крупнейший в стране университет. Приятно неторопливо прогуливаться по улочкам, как будто заблудившимся во времени. Как, впрочем, и по широким бульварам под сенью могучих дубов. Некоторые были посажены еще при основании города. Здесь на каждом шагу рестораны, кофейни и винные магазины, в которых всегда предложат попробовать вина и расскажут много интересных историй. Жители Стелленбош первыми оценили коммерческие возможности винного туризма, и в 1971 году начал свою работу крупнейший в ЮАР туристический маршрут «Винный путь». Цель этого маршрута – посещение винодельческих ферм, дегустация вин и натуральных продуктов. Винный путь Западного Кейпа охватывает большой регион в районах Стелленбош, Паарл и Франчхук. Хозяйство Ворвик расположено у подножия горного массива Симонсберг в регионе Симонсберг-Стелленбош, который в первую очередь славится своими каберне-савиньон, бордоскими блендами и пинотаж. Ворвик Вайн Эстейт начинает свою историю с конца 18 века, но первая бутылка вина была произведена в 1980-х годах. 100% каберне-савиньон – только один сорт. Это обусловлено в большей степени виноградниками региона Стелленбош, которые отлично подходят для выращивания классических бордоскских сортов Каберне-Савиньон, Каберне-Фран и Мерло. Именно из этих сортов мы производим знаменитую трилогию. Также моносортовый бренд Каберне-Савиньон под названием Blue Lady и моносортовое вино из Каберне-Фран. Мы одни из немногих производителей в ЮАР, кто изготавливает подобное вино, и я бы назвала его нашим фирменным сортом. Мы также производим и белые вина, такие как White Lady Chardonnay и Professor Блэк из смеси винограда Савиньон и Семильё. Мы открыты для посещения 365 дней в году, и гости наслаждаются не только нашими винами и возможностями дегустации, но и возможностью провести пикник или отдохнуть в парке или на зеленой площадке у главного здания. Для тех, кто хотел бы углубиться в детали и узнать больше о землях нашего терруара, посмотреть виноградники, мы предлагаем специальное сафари. Мы забираем гостей и отвозим в горы, чтобы показать и рассказать больше о различных аспектах выращивания винограда. Такая поездка заканчивается специальной дегустацией и визитом на производство и в погреба. Мы находимся в винном погребе, справа и слева от меня расположены бродильные чаны. Обычный процесс выглядит таким образом, что сок приходит в чаны, и уже потом мы добавляем кожицу для брожения с дрожжами. Сейчас я покажу красное вино, ферментированное на белых дрожжах. В стеклянной бутыли проходит брожение. Газ выходит со дна через воду. Весь процесс занимает 4 месяца.
Мы используем бочки из французского дуба, которые импортируем из Бордо. Каждая бочка используется до 3 раз. Для выдержки мы используем от 40 до 60% новых бочек. Остальные – это использованные 2 или 3 раза. Вино выдерживается в бочках до 7 месяцев. Дегустацию можно провести как в основном зале, так и в винном погребе, где хранятся раритетные образцы. Из всего производства Warwick Estate некоторые вина имеют практически культовый статус для винодельческой отрасли Южной Африки. Бордоский бленд «Трилогия» имеет 28 лет истории производства и присутствует в винных картах ресторанов в виде вертикальной коллекции. Капский бленд «Три капские дамы» стал самым узнаваемым после того, как вино появилось в одном из фильмов про Джеймса Бонда. В винодельческом хозяйстве Stellenview Premium Wines производит одни из лучших сортов Каберне Савиньон, Мерло, Пинотаж и Савиньон Блан в регионе Stellenbosch. Добрый день и добро пожаловать на ферму Stellenview Premium Wines, расположенную в самом центре региона Stellenbosch. Наша компания производит различные вина и экспортирует их по всему миру. Многие бренды хорошо известны на российском рынке, такие как Rovos, Stellenview Reserve, Kruger Family Reserve, Cape Five Reserve. Они представлены в винных супермаркетах. Можно сказать, что мы одни из лидеров по продажам в России. Линейка вин Cape Five отдает дань большой африканской пятерке. Они являются символами ее природной красоты, силы и природной гармонии региона. По мере того, как африканский вечерний горизонт превращается в оттенки жженного апельсина, наступает лучший момент, чтобы выйти на террасу и наблюдать этот замечательный пейзаж с бокалом превосходного вина и ощутить Африку по-настоящему. Добро пожаловать в Stellenview Premium Wines. Я хочу представить вариант подбора блюд под наши премиальные вина. Для шардоне или савиньон блан прекрасно подойдет форель с укропом и спаржей. С красным вином мы предлагаем китайские блинчики с хрустящей уткой, молодыми овощами и сливовым соусом. И, наконец, такое вино, как Шираз, прекрасно сочетается с вырезкой антилопы с грибным соусом. Наслаждайтесь. На своей ферме мы очень любим устраивать дегустации и ужины с подбором лучших вин и блюд. Приезжайте, будем рады вас видеть у себя. Недавно в самом центре винодельческой столицы ЮАР, городе Stellenbosch, открылась винотека, что является отображением нового тренда приближения виноделов к своим потребителям. Сейчас это не только дегустация вин, а полноценный ужин в сочетании с винами в удобном месте прямо в центре города. Добрый вечер, я Райна Крюгер, владелец винотеки Le Grand Domain, и я хотел бы представить вина с нашей семейной винодельни Крюгер. Фамилия Крюгер очень знаменита в ЮАР благодаря первому президенту Полу Крюгеру. В честь него назван национальный парк Крюгера, один из крупнейших в мире, в котором заботятся о сохранении естественной флоры и фауны, и там, конечно, можно встретить в вольной среде всю большую африканскую пятерку – льва, буйвола, слона, леопарда и носорога. Я представляю линейку вин Крюгер, произведенных на нашей ферме в Южной Африке. Это Каберне Савиньон, Шираз, Савиньон Блан и Шардоне. Все бескомпромиссного качества. Все эти вины изготавливаются здесь, в регионе Stellenbosch, Западного Кейпа, и мы рады продавать их по всему миру, и, конечно, в России.
Здесь, в винотеке Le Grand Domaine, мы собрали весь ассортимент премиальных вин, которые мы производим. Мы решили открыть эту винотеку, чтобы представить наши вина именно в Stellenbosch, столице винодельческого региона Западный Кейп. Именно здесь лучше всего показать замечательные вина вместе с вкусной едой, которую приготовит шеф Лоренс. Обязательно зайдите к нам, если вы окажетесь в городе, ведь винотека расположена в самом центре. Это не только вина, но различные истории о вине в сопровождении прекрасной кухни из местных фермерских продуктов, мяса и овощей. Добро пожаловать в Stellenbosch, Мекку горных велосипедов в Южной Африке. Я Райна Больц из компании Adventure Shop Stellenbosch. И мы занимаемся велосипедными поездками, а также поездками на горных велосипедах в винном регионе Stellenbosch. Наш город расположен в окружении удивительных гор, и это всегда потрясающие виды, прекрасные виноградники. А сам город является историческим. Велосипедный туризм очень популярен в регионе, и специально сформированные готовые маршруты в самом городе, в окрестностях, и, безусловно, горные маршруты. Почти всегда у туристов возникает вопрос, куда поехать и что посмотреть. Для этого создан туристический проект Cape Country Routes с прекрасным веб-сайтом, где собраны интересные маршруты и конкретные места для посещения на территории Западного Кейпа. В рамках проекта представлены места размещения, рестораны и активные программы. Например, погружение с акулами на побережье, наблюдение за китами, компании по прокату автомобилей и джипов, сервис панорамных полетов, а также поездки на горных велосипедах и интересные программы походов по виноградникам в Stellenbosch. Cape Country Routes в Южной Африке – ведущая группа частных гостиниц, коттеджей и гостевых домов, расположенных на живописных маршрутах Западного и Восточного Кейпа. Предлагают лучшие варианты размещения и активного отдыха на любой вкус и кошелек. В целом, проект Cape Country Routes является своеобразным магазином одного окна, где каждый соберет идеальный маршрут своей мечты.